В мае 2018 года в Самару привезут Кубок мира. В том числе об этом шла речь на встрече губернатора и руководства Coca-Cola. Самарский завод в первом квартале 2017 показал позитивные результаты, поэтому компания продолжит инвестировать в развитие производства. Соответственно, вырастет и объем налогов, отчисляемых в бюджет региона. Также бизнесменами разработана масштабная программа по пропаганде футбола. В ее рамках, в частности, планируется организация в городах-участниках фан-зон для болельщиков, проведение футбольных турниров и строительство спортплощадок. Универсальные площадки после чемпионата мира 2018 будут предоставлены в распоряжение горожан. Они намерены дальше в Самаре развиваться. Это одно из самых крупных производств у них. Вот. Договорились, как мы совместно будем готовиться к чемпионату мира. Для нас это тоже очень важно. И мы определились, что мы составим совместную программу подготовки к чемпионату мира.